Всем огромнейший привет! Всем вам понравился ролик Skyline Taxi. Многие просили, давай продолжение, давай, пожалуйста, вторую часть. Поэтому специально для вас сегодня Skyline Taxi 2. Я даже помню, как она горела. Что тут вообще, движок какой? Что-то тут поменено или что, да? Давай, давай, давай! Гаррет на тренажку. Еще скажи, 8-клапанный мотор. Да? Мне-то 17 сейчас. 17 лет. За тех, кто шел по лагерям. Сегодня здесь, а завтра там. А также узнаете про дальнейшую судьбу Ская, что его ждет впереди. Присылали разные варианты, и те, которые просто вырви глаз, ужаснейшие. Все надо все убрать. Ого, нифига себе, откуда? А еще сегодня к нам приехал специальный гость, автор канала Асад Аченов. Что произошло между тобой и Маратом с Асад Аченов? Вы разошлись, поругались, что случилось? Когда задевают меня, естественно, и уж тем более моих близких, то там может быть уже страшно. Мамочки! Так никто не делал еще на моем скале! Все это и не только это сегодня вы увидите. Поехали! Я Настюха. Настюха, как же духа! Понятно. А ну сейчас давай посмотрим, как получится. Не надо. Не надо, а что? Не борщи понятие. А, ну ладно. Ну тогда вот так, на скорости, да? Стартуем? Давай, погнали. Ой-е! А что, вы за выпивкой, что ли, на день рождения? В магазин? Как это, знаете, фильм «Такси»? Да. Да? Видели? О, скользко, прикинь. Даванем, как следует, даванем. Тормоза, главное, чтобы были, да? Да, тормоза. Классно. И вы супер просто. Спасибо. Ну, как говорится, тогда 2000 рублей с вас. Да? Вместо 200. Бензином воняет? А где у тебя эти одеколоны хуёные? Одеколон? Ну, побрызгай что-нибудь. А что, тебя воняет, что ли? Нет, наоборот, наоборот, от бензина торкает. Мне заебись от тебя. Не, вот хотел, тебе понравится. У нас такое парадное такси, чтобы эмоции им дарить. Так что лучше пристегивайтесь. А, да? Что это у вас за парфюм такой? Интересно. Это Монталь Интенс Кафе. Шторит, да, от них? Прям прет. Они просто такие стойкие, как бы от них шлейф такой идет. А, ну это аромат раковухи, да? Ну, можно так считать. Давай, давай, давай! Далее. Нормально прет? Ну, да, прет, конечно. Я не езжу. Да это сама нормальная. А что правосторонняя-то? Правосторонняя? Чисто японка. О,
Ромка, бля, шарит, да? Ромка, шаришь? А иногда бывает, когда делать нехуй. Один раз с ним пидоровался. А. А у тебя было, да? Не дай бог, ты будь тебе на язык. Все, все, ну ты же говоришь, один раз не считаю. А это говоря. Шутит. Шутит, да? Понятно. И давно подписан? 3 года или 4. 3 года? От звоночка до звоночка, значит. То есть да. Это тебе подвезло сегодня прям, да? Я даже помню, как она горела. Все видел, да? Ты что? Блин, это я сегодня прям форзанула. Я так хотел этот... Ну ты знаешь это? Помочь тебе. Помочь? Знал, как, да, то, что у тебя там в Ростове произошло, то, все, короче. А. Ты в городе не наливаешь вообще? Не, почему? Вот так вот. Неделю провел вот в этом вот месте. Именно здесь я планировала его обклеивать. Вон в той вот мастерской. Сейчас я вам покажу мастера, который собирался обклеивать машину. Очень долго мы разрабатывали дизайн. Вот больше, наверное, 1.5 месяцев там присылали разные варианты. И те, которые просто вырви глаз, ужаснейшие. И в итоге получилось собрать тот вариант и ту ливрею, которая мне вот прям по душе зашла. И... так сложилось, то, что, к сожалению, мы не успели. Не успели это все организовать к отъезду. Дизайн был готов, но там типография была закрыта, там не смогли напечатать. Но ребята были готовы, в принципе, обклеить. Но вот, в принципе, мастер... Оля, а ты где там? Выходи. Вот, в принципе, мастер, который собирался обклеивать машину. Та-дам! Привет! Олечка зовут этого мастера. Оль, скажи, насколько вообще сложно обклеивать такую... Спасибо. Расскажи, насколько сложно клеить вот такой вот автомобиль и сколько по времени по-хорошему нужно? То есть я вам привезла там за 3 дня, вы сказали, что как бы там не успеете, и с дизайном проблемы, ну короче, по-хорошему сколько надо времени? Ну вообще нужно 3 дня, это уже когда есть пленка, ага. А не когда только дизайнер рисует. Пока! Но передний бампер достаточно сложный, ага. Это точно. А так, в принципе, ну, посмотрю сейчас. Бочина несложная, крыша. Вот единственное, займет бампер много времени. Ну, вот обвесы, что-то как так. Ну, вот по-хорошему нужно привезти, чтобы был готов дизайн полностью, распечатана пленка. И тогда это займет 3 дня. Примерно, да. Ну, смотри, тут еще ведь идет разбор автомобиля, сбор. Ну, да. Это еще дополнительное время, но может день ну, уйти. Короче, грубо говоря... 4 дня примерно. 4 дня. Разбор. Оклейка и сборка. Вот, а у меня произошел нюанс, то, что дизайнер прислал, в общем, в типографию, там какие-то проблемы, то, что рисунок съехал, ну, в общем, я не знаю, что, но у нас не получилось. Очень важно еще подготавливать автомобиль перед оклейкой, например, убирать какие-то сколы, потому что они будут видны под пленкой. И здесь вот тоже. То есть это надо все убрать. Ого, нифига себе, откуда? Не знаю. Откуда это вылезло?
На самом деле машина была подготовлена, но, видимо, недосконально. Да, не настолько. Совсем недавно же я покрасила Sky. Custom Box, приветики. Нужна очень тщательная подготовка, потому что это все будет проявляться под пленкой. А если вот так, вот такие вот трещины, то, естественно, здесь и пленка может лопнуть. Ага. Оль, расскажи вообще о себе, как ты давно этим занимаешься и как тебя вообще угораздило обклеивать машины. Ну, вообще, у меня изначально был магазин по автовинилу. Я его открыла в 19 лет. Ничего себе. А сегодня тебе 20, да? 25. Ничего себе. Вот это у тебя опыт уже большой, да? Да, вот. А сейчас сама уже клею, ну, сколько? Ну, около года, наверное. Потихонечку как бы обучаюсь и клею машины. Нравится? Очень. А, то есть ты еще ученик? Еще ученик? Ну как, не скажу, что... Но Sky бы могла поклеить. Нет, я могу, отлично, в принципе, любую тачку поклеить. Просто, скажем, вот я тебе знаешь, скажу, даже человек, который 5 лет клеит, да, машины, возникают такие моменты, когда, которые он что-то не делал, и нужно подумать, а как лучше сделать это. Но на самом деле Оля вызывает у меня прям доверие, и мне кажется, на изи бы она это все бы организовала и поклеила. Но мы вернемся к этому вопросу осенью, когда вернемся из Откудова, об этом чуть позже. Ольга, как в самолете, смотри, держится. Смотри. Человек, он первый раз еду. А что у тебя там, нет? Нихуя музыки. Музыки? Баламут прямо вот, по фене только. Будешь петь? Не, Ванька Кочина, есть Ванька? О! Не, он такая хуйня, блин. Субботинский, Токарев, да, вот такие вещи я слушаю. А ну напой, что там? За ростовскую братву, слушаешь? За верность да, да, делу да, своему. За верность своему. За тех, кто шел по лагерям. Сегодня здесь, а завтра там. Моя родная. Хватит? Ну, а пизду лохматит. За проезд передаем, да, как говорится? Ну, пусть будет удача на твоем пути. Ничего себе, 300 рублей, договаривались на 200. Чаевые, да? Доля воровская. Не. Не возьмет. Ну, конечно. Не возьмет, он просто послушает. Он просто очень танцует. Танцует? Не, не танцует. Танцует, весь качма с ума сойдет. Все, пока-пока. Пока-пока. Пока. Абсолютно случайно приехал из далекого Владикавказа Заур. Всем привет. Основатель канала Asata Channel. Осмедиа. Осмедиа. Сейчас Осмедиа. Да, и работал точно так же, как на Asata Channel, да, до недавнего времени. Ага. Что произошло? Вы что, поругались? Почему ты там больше не работаешь? Что случилось? Что стряслось? Ну, Настя, я бы не сказал, что там конфликт какой-то. Просто получается так, что люди должны сейчас работать каждый как бы по своей волне. Потому то есть вы с Маратом не ругались? Не, я бы не сказал, что там какое-то ругательство произошло. Я просто не такой человек, который любит скандальничать. Там я довольно-таки миролюбивый человек, который любит просто работать и делать свое дело честно. Ну а почему ты не претендуешь на канал? Потому что у меня есть свой, исключительно мой канал Осмедиа, поэтому... Ну, на твоем канале сколько? 100 тысяч подписчиков? 100 тысяч, 107. А там больше, почти 700. Ну и что? Я человек очень спокойный. Не конфликтный? И не конфликтный. Да нет, а там конфликта, я же говорю, никакого и нету в принципе. А тем более, что может быть наш вот этот расход... Не, ну обидно же все равно как-то. Типа, ну делал, ну, старался, обидно. 700 тысяч подписчиков. А почему обидно должно быть? Ну, потому наоборот, что как мои денег усилия... нормально там не, можно зарабатывать. Не, Настя, Настя. Никакой уровень дохода меня не заставит как-то там скандальничать или так далее. Это я абсолютно поняла. Нет, это не про меня. Иначе бы я там, не знаю, каким-нибудь бандюганом уже был бы. То есть, когда задевают меня, естественно, и уж тем более моих близких, то там может быть уже страшно. Но вот в таких ситуациях все абсолютно ровно, все абсолютно нормально. Ладно, работать. Раз ты такой боевой парень, работать садись, надо. Садись, что попробуй. О, это другое дело. Смотри там, это аккуратно.
конечно. О, вот первый блин комом. Нормально, чё, пацан так 20 лет за рулем и нормально. Сразу заглох. Чё ты как сзади? Чуть-чуть больше газа, да? Подожди, я может третью поставлю? Подожди, стой. Подожди, стой. Что такое? Включается все точно так же, как вот первая сюда. А ты на четвертой. Сейчас, подожди, тут вот там тетка пройдет. Теточка. Бедные датчики отрыгнули. Сутка, давай, надо чуть-чуть покататься. По площадке просто покатайся. Температура поползла. В общем, хотите посмотреть интересные обзоры, заходите на канал ОС Медиа. Будет ссылочка в описании, подписывайтесь. Ну, от души душевной, да, как говорится, душ. В душу. Всем вам, ребята. Что тут вообще, движок какой? Что-то тут поменено или что, да? А вы чувствуете, да? Я чувствую, конечно. Да, как думаете, сколько здесь сил? Лошадиных сил? Я даже не знаю, сколько здесь. Наверное, больше 150, да? Ой, ну это сейчас прям обидно звучало. Нет, я не разбираюсь в плане того, что это... А как вы поняли, что движок помененный? Ну, слышно. Слышно, да? Да. Ну и она вообще едет как бы сразу так разгон берет. Не похоже на штатный Skyline, да? Да, не похоже. А вы ездили, да, на штатных Skyline? Мазда шестерка. А, ну японец. Она не старая, а новая. И как бы, ну я знаю, что такое штатный. Вот. Так а что вы сегодня не за рулем? Прибухнули с утра, что ли? У меня вообще выходные были адовые. Бурные, да? Я улетала в Ростов-на-Дону. Я вообще сама оттуда. У меня подружка прилетела из Америки. У нас не были выходные, просто космические. Я даже сегодня вообще вот опоздала. Мне вообще на самом деле к 10 надо было. Так и что вы с ней прям в тотал? В тотал реально был. Прям вот в тотал. Все понятно. Просто. А то я думаю, что это вот это вот духами. Это да. С четверга в тотал. Сколько? Четверг, пятница, суббота, воскресенье, 4 дня? Ого. Да, ну это все, тогда лучше на выход вам пора. А вот все, мы приехали. Жабовозки нравятся тебе? Да, спокойно, знаешь, едешь и все. Комфортно, хорошо. Вы уже это, старперчик, да? Старпер? Вроде так молодой, лет 25 там. Почти. На скорости как? Нормально. Страшно? Нравится? Ну, понятно. Знаешь, это нравится, это когда вот так вот, ничего себе! А ты сидел вот так. Первый только, надо на вторую ставить. На вторую она по большому кругу пойдет. Да? Но по большому, а там, видел, машины стоят. Очень опасно по большому эти кругу. Сколько, 12 часов работаешь? Нет, 7-8. 7-8? Да. А денег сколько приносишь домой? Чистыми? Когда как? 18, 10. За день? Ну да, вот часа 4, почти где-то 5. 18 тысяч за день? Да ладно. Город, возможности, хочешь бери, хочешь не бери. Что здесь? Вон везде, вон деньги лежат. Подойди, возьми деньги. Где деньги? Вот. Где деньги? Вот плиты лежат, подъедь, забери деньги. Ты что, воровать нельзя? Это не воровать, она лежит ничейная. Ну как же это ничейная? Государство. Сразу вот замочек. Нет, такие замочки решетка. Не нужны. Ну тогда воровать нельзя. Я тебе видео покажу, где я еду. Как я наваливаю. А на
чем ты на УАЗе, что ли? У меня тринашка была, у меня 13-я, 500 лошадей. Владивосток. Кстати, здесь я уже и нахожусь. Приехала сюда, чтобы снять для вас годный бомбезный контент. Ни на одном другом канале вы не увидите этого. А также я приехала, чтобы купить для нашего канала новый проект. А возможно, даже три. Но об этом в следующих выпусках. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить. А на этом все. Всем удачи и до новых встреч!